Во Владикавказе завершился второй день международной конференции «Комплекс идентичности». Форум проходил в рамках симпозиума «Аланика-2015». Сегодня ученые, теоретики и практики современного искусства говорили о культуре идентичности, о роли искусства в обществе, о судьбе художника в 21 веке. Отличительной особенностью культуры является то, что она придает смысл бытию. Это способ жизни в антропологическом смысле, прозвучало на конференции. Международный симпозиум «Аланика» расширяет границы культуры и творчества. На 2 недели Владикавказ стал центром современного искусства. Собрал на форуме самых ярких представителей культуры со всего мира. В Владикавказе появился очень серьезный международный проект, который уже, может быть, даже и перерос в само место, в котором мы находимся. Вот та конференция, которая проходит сейчас, она посвящена идентичности, культуре, географии. Она гораздо шире по масштабу, по географии.